Трудоспособным в России считается возраст с 16 лет. Баланс между теми, кто выходит на пенсию и только начинает работать, нарушен. Как рассказала начальник отдела по труду Елена Грецкая, в городе сокращается доля молодежи, а это напрямую сказывается на положении дел. Частичное восполнение трудовых ресурсов происходит за счет жителей других территорий России и иностранных мигрантов. В 2022 году в экономике города было занято чуть более 25 тысяч человек. Самая высокая доля занятых в экономике происходит на сферу оптовой и розничной торговли – 22,4%. Это 5736 человек. В обрабатывающих производствах – 19,6%, 5011 человек. В здравоохранении – 8%, в сфере образования – 8%, транспорт и связь – 5%. Елена Грецкая отметила снижение численности работающих в гостиничной сфере и общепите. Стало меньше занятых в службах, занимающихся обеспечением электроэнергии и газом, организацией кондиционирования воздуха, финансовой деятельностью. Все больше искитимцев работает в частных организациях. Доля работающих на частных предприятиях, занятых индивидуальным трудом и по найму, составляет 71,8% от общего числа занятых в экономике. Увеличилась численность работников в обрабатывающем производстве, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Большинство искитимцев, которые работают в сфере экономики, имеют среднее профессиональное образование. В то же время многие предприятия города испытывают дефицит кадров. А в структуре безработных основную часть составляют женщины, поскольку большинство вакансий требуют мужского труда. В числе позитивных тенденций отмечена миграционная прибыль, замедление убыли населения. Создаются новые рабочие места за счет расширения самозанятости и предпринимательства.